Чемпионский кубок футбольного клуба «Зенит» из аэропорта Шереметьево отправляется в турне по крупным городам России. Сопровождают трофей футболисты, которые проведут в каждом городе автограф-сессию. Кубок впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге. И будет выставляться на городских площадях и футбольных фан-зонах. Акция организована при поддержке авиакомпании «Россия» и пройдет с 12 по 26 июня. Всем привет! Сегодня вместе с Аэрофлотом везем во Владивосток чемпионский кубок. Напомним, «Зенит» по итогам минувшего сезона в российской премьер-лиге в третий раз подряд стал чемпионом России.